Черт возьми. Бобби, смотри, кто вышел из леса. Кого-нибудь подстрелил? Иногда можно 3 года охотиться без добычи. Верно, Льюис? Верно. Не понимаю, как можно убивать животных. Некоторые и не способны. Я знавал стрелков из лука и очень метких. Льюис? Но только по спортивной мишени. Дай им живую мишень, и они начинают дрожать. Это почему? Потеря контроля. Психологическая. Какая разница?